Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня мы вам покажем, как мы сеем, замачиваем, не знаю, на рассаду сажаем лук. То есть время уже, сегодня какое число? 17 февраля. 17 февраля. Вот, в прошлом году я по записям посмотрела, 16 февраля я все сажала. В принципе... Все, это что? Ну, и перец, и баклажаны, и лук. Да. В этом году мы припозднились. Ну, не то, что один день, но просто получилось, что мы через неделю собираемся на дачу, и там уже будем все сажать, чтобы нам не перевозить, не таскать эту рассаду. Хотя я замочила и уже потыкала в землю перец, этот лисичка, который кустовой домашний. Потом балконное чудо томаты. И перец, которым Сашка покупал, такой крупный, красный. Свой. Да. Вот их прям у меня, потому что руки чешутся. С видео смотрю ваши, все сажают, все сеют, все замачивают. И получается, мне тоже надо, как это, в том анекдоте-то, как я тебе говорила. Я на пенсию пошла, выспалась, отъелась. Руки, ноги отдохнули, замуж захотелось. А мы... с дочкой перефразировали, что нам в грядке захотелось. В общем, вы соблазняетесь, все показываете. И я решила тоже. Нам еще, конечно, рано, но это мы, как это, дадим друзьям. Вот сейчас мы сажаем, вам покажем свой метод. Конечно, может быть, он и не секретный, и все знающий. Лук, порей и лук эксибишн. Это не наши семена, это куплены у нас для друзей. Это Дина, привет, учись, потом не будем тебе... Привет, не было. Привет, тебе не было, да, будешь сама сеять, то есть учись. Вот, а это отдадим, покажем, они сами там. В общем, это у нас начинающие друзья, поэтому, может быть, кто-то из вас тоже не знает. Так что... Сейчас все покажем. Да, посмотрите... Кто-то знает, то есть, и еще один такой у нас будет, как это ты говоришь, что лайфхак. Лайфхак, да, модные сейчас словечки такие. Значит, мы замачиваем семена, и хочу вам всем сказать, попробуйте, я надеюсь, что вам тоже всем понравится. То есть мы и в прошлом году, и позапрошлом году замачивали семена хлоргексидина. Вот он подпирает у тебя. Вот хлоргексидин. Нет, поставь на стол, я сниму. Вот такой вот. Обычный, аптечный, в аптеке я купила за 7 рублей. Очень дешевая, я купила за 9. А я за 7, у меня аптека дешевле. Да, в общем, мной можно семена обрабатывать любым способом. Вот мы высыпали эти семена лука-порей. Залили вот этим хлоргексидином на полчаса. Я вообще написано как бы по инструкции, что нужно промывать. Я не промываю, говорю вам честно, не Слушай, промываю. Одно зернышко только плавает. Вот. Значит, можно фитоспорином замачивать. Вот у нас есть такой жидкий фитоспорин. Можно хлореллой. Можно марганцовкой, можно перекись водорода, энергеном, эфин, водка. В общем, кто во что гораст. Да, вот всякие разные препараты. Но это мы используем, может быть, потом для полива, там, для обработки. Хлоргексидин – это совершенно безобидный аптечный препарат. Мы даже им и горло полоскаем, и раны обрабатываем. Он два в одном. Он и обеззараживает семена, и стимулирует. Вот в прошлом году у меня помидоры, не знаю, сколько лет валялись, я их все в кучу собрала, замочила хлоргексидином, они уже, наверное, все были безжизненные. Сколько? Пакетов 5, наверное? Старых, совсем престарых. Может, даже и больше. И я их все посадила в одну прям такую целиковую... от торта. Да, в крышку. Крышку от торта. И каково же было мое удивление, они все взошли лесом. Прям вот лесом. И пришлось мне их сажать. Так хорошие, да. Так хорошие не всходят? Семена да, годные. Вот. То есть хлоргексидином не надо все. Попробуйте один пакетик, попробуйте несколько семянок. Может, вам тоже понравится. И потом они очень хорошо себя чувствуют, быстренько всходят. Лук, он же тугосхожий. После хлоргексидина он очень хорошо всходит.
Вот. А сейчас покажу, можно его сеять после того, как мы вот замочили на 30 минут, можно его в землю посеять, разложить. Но в землю я тоже кладу сверху бумагу, раскладываю по бумаге. Что там у тебя? Так, лук мы, и вообще многие-многие семена, я, конечно, и в землю сею, но многие семена я сею в улитку из-за того, чтобы меньше места занимали. На даче я вам покажу, у меня сделан специальный стеллаж с подсветкой, все фольгозолом обклеено, как сказать-то, обложено. Да. Чтобы рассеивать свет. Да, все у меня там теплые матрасы лежат. Ну, это для проращивания, да, я все покажу. А сейчас я вам вот покажу вот подложку. Мы купили в Леруа вот такой вот рулон 12 метров за 90 рублей. Нарезали. Вот ты покажи, вот он больше был, мы же отрезали от него. Да, вот такая вот штука, 12 метров. Угу. И стоит всего 90 рублей, это на несколько лет вперед, лет на 5, наверное. Вот мы нарезали таких полосочек, это резиночка у нас не оказалась таких, и мы вот... Тоже лайфхак, бахилы. В бахилы, да, их положили, чтобы они не раскручивались. Значит, вот мы берем подложку, самую-самую тоненькую, вот так вот ее раскладываем. На нее кладем туалетную бумагу. Вот я попробовала, потому что у меня все приспособления на даче. Поэтому я попробовала вот так сделать. Вот, кладем, значит, туалетную бумагу, она немножечко уже. Поэтому нам пришлось положить две полосы, чтобы обязательно она была до самого низа. Вот так вот, две полосы. Берем шприц. Здесь я воду развела. Фитоспорин, да. Берем, значит, шприц, вот так вот все это дело смачиваем, чтобы у нас все было хорошо, чтобы она не прыгала, не скакала, и заодно они вроде бы немножко будут смоченные, прорастать получше. Вот. Теперь, значит, сейчас я ее налью, отодвину. И все. И берем эти семенушечки. Не знаю, ты мне ничего не приготовила. Я тебе, хочешь, дам палочку для суши. И вот так вот мы их раскладываем. Сантиметр от края. А я не знаю, на палочку-то они будут. Я на, покажу. Попробуй. Я вот так покажу. Сантиметрик от края. И где-то немножечко сантиметрик. Можно полтора. Друг от друга. Друг от друга, да. Вот так вот мы их раскладываем. Неудобно руками. Можно зубочисткой, но они сейчас мокрые после хлоргексидина. Их надо тогда просушить немножечко. А мне неохота заниматься такой ерундистикой. И так хорошо. И вот мы их вот так наложим. Ну попробуй сейчас этой палочкой, не будет оно неудобно. Если семян много, то можно поближе друг к другу. Нам был заказ, сказали, что им много не надо, не на всю пачку. Но сейчас в пачке вот их немного. Раньше, мне кажется, больше было. 1 грамм, а здесь сколько? 0,5 грамма. Экономят на нас, как хотят. Да, 0,5 грамма. Вот. А раньше было 1 грамм. Поэтому я когда высыпала, я же когда мы сами вот тоже себе делали, я думаю, ой, нам столько не надо. А потом все равно как-то... Но мы-то сажаем парей, не пачку. Ну, это мы вот только в 2 года как 2, а то все время 1 сажали. Ну, 1 сажали, но так у нас как хорошо идет парей. У нас вообще лук очень хорошо идет. Да, мы любим лук почему-то. У нас весь лук эксибишен, и под зиму целую грядку лук посадила. И в теплицу посадила с осени на зелень крупный, который у меня остался. Не знаю, что там с ним будет. Приеду, посмотрю. Под зиму посадили лук, чеснок. И морковь. Вот. Сколько всего. А зима-то какая? Что зимы-то не было? Может, нет, там... ну там снег может, был. Может, там уже будет морковь у нас? Ну, было бы неплохо. Ранее. Ранняя морковь, да. Не, ну обещает, что уже все, теперь весна начнется. Господи, мы еще ничего не сажали, они уже весну обещают. Самое главное, чтобы в июле снег не пошел. Да. То есть вот так мы все это раскладываем дело. Попробую сейчас палочкой.
Нет, палочкой надо семена это просушивать. Ну, вроде хватаются. Ну, хватаются вот так. О, тебе надо будет на дачу таких палочек положить. А у меня есть. А, есть? Сашка ж привозила от суши палочки. Вот. Так что... А я не от суши, я в спаре беру. Они там бесплатные. Вот. Я для выпечки беру эти палочки. Ими удобно проверять готовность. Ну, да. Вот так вот. Сколько там по времени? 10. Вот, можно дать им немножко передохнуть. А потом... Так, прижимаем. Вот то, что мы разложили, мы вот так вот бумагой прижимаем. Ровненько по краешку. Вот так, чтобы они у нас не убежали. И потихонечку вот так заворачиваем. Кто называет улиткой, кто самокруткой, кто во что горазд, кому как нравится. Ой, а резинки-то? Вон одна резинка есть. Все-все-все. Ты уже что-то поехала. Все-все нормально. На, хлоргексидином там упри. Я сейчас телефоном. Вот так. Так. Ну вот, давай сейчас покажи сразу, как ты раскладываешь. Желательно сначала вот так вот положить вниз, чтобы корни туда не попадали, когда они начинают прорастать, чтобы под туалетную бумагу они не попадали, чтобы они были вот так вот сверху. Вот так. Нужно, конечно, чем-то другим поудобней. Ну, у нас здесь ничего нет, я тебе говорю. У меня только чайник заварочный. Мы не приспособились дома. Вот у меня это спринцовка такая побольше. Она хорошо льет. Ну, меня... шприцом вот приспособились. Вот так. Берем и раскладываем дальше. Все, пока я ставлю на паузу. Ну, ты зачем говоришь-то? Что там, все? Все. Так, где ножницы? Там. Это у нас вишня. Давай, это я уберу. Разложили. Ты там не дари. Ага. Так. Все. Значит, это мы вот так прижимаем. Все отлично. Заворачиваем. Наверное, катурбанушку я приготовила, не пойдет. Мы сейчас посмотрим. Она, наверное, маловато. Резинка вот там где-то я принесла, мам. Вот резинка. Так, обязательно надо подписать это дело. Это на банку. А я на банку приклею и отдам прям так. Так, для чего у нас была туалетная бумага до конца? Вот эту вот штучку, мы будем улитку ставить вот сюда сейчас, если она у нас... Нет, она не уместится. Давай вот так. Пусть у нас вот так показательнее. Вот так ставим и сюда наливаем воды. Так, а здесь мы закрываем или целлофановым пакетом, или вот бахилом. Вот, и ставим в теплое место. В теплое место, куда-нибудь на батарею. Нужно каждый день будет открывать и смотреть. Во-первых, давать подышать. Минут 10-15, чтобы они там не закисли и обязательно насыщались кислородом. Мы смотрим. Как только появятся петельки, так мы и снимаем бахил. У кого нет бахил, можно обычным целлофановым пакетиком. Я всегда прям вот так вот ставлю пакет. Дай покажу. Дай пакетик. И завязываю сверху. Ну, бахилом-то удобнее. И ставлю на батарею. Ну, удобнее, просто, может, у кого-то нет бахила.
в аптеке сейчас, ой, в аптеке, в поликлиниках сейчас бесплатно дают. Да. Можно сходить и взять. Это в Москве, а там нигде не дают. Я вот так прям беру и вот так вот завязываю. И ставлю на батарею. Или там куда вас, в теплое место, чтобы они хорошо в темное, не обязательно, сейчас свет никому не нужен. И все, когда они начинают появляться петельки, обязательно целлофан снимаем. И они хорошо-хорошо прорастают. Дальше я вам покажу, что мы делаем. И обязательно наливаем, следим, чтобы внизу, вот там была вода. Они, вот так, значит, по туалетной бумаге вода поднимается, они прорастут, и корни все проклюнутся, и корни пустят все вниз вот сюда к воде. У них вот такие длинные будут корни. Потом мы их будем сажать, и все вам покажем. Вот, так что сейчас я сделаю вот так. И поставлю в теплое место. Лук вообще-то такой тугодум. Он долго всходит, но вот из-за того, что мы замачиваем его в хлоргексидине в аптечном, самая дешевая вещь, еще раз вам скажу, она делает и дезинфекцию, и стимуляцию. То есть они хорошо, все семечки проклевываются и дезинфицируются, никаких болячек не будет. То есть вот так они будут стоять стерильно. Когда мы будем их в землю пересаживать, их можно... уже будет это чем-то обеззаразить землю. А так, в принципе, я ничем. Очень хорошо. Мне очень этот метод нравится. И весь этот пакетик лука, получается, надо было какую-то там целую платочек, не знаю, что насадить. А здесь вот уместилось вот так вот. Ты что хочешь? Да хочу приклеить эту штучку, а она длиннее, чем это ведро. Ну, давай я. Нет, нет, у меня вот, так нужно. Что вот такие вот у нас секреты. Да, секреты. Пожалуйста, пользуйтесь. Попробуйте. Так. И будем мы ждать урожая. Как это? Сажаем, думаем, хоть бы взошло. Потом, чтобы росло. Поливаем, чтобы не высохло. Потом, значит, если все лето идут дожди, мы говорим, ой, чтобы не вымокло. Потом начинаем их чем-то обрабатывать, чтобы никто не сожрал. Потом урожай собрали, закатали и думаем, хоть бы не взорвалось. Вот вся наша огородная жизнь такая. Ну, у нас ни разу ничего не взрывалось. Но... ты прям уж наговорила. Нет, ну это, как это, заповедь такая. Это анекдот про дачников такой, что сеют, сажают, убирают. А потом вот так вот. И, а еще я тебя вспомнила и тоже вспомнила такой анекдот. Ты говоришь, в этом году много не сажай. В прошлом году столько много у нас помидор на ведер 50 было. Дочка мне говорит, все, на следующий год много не сажай. Я вспомнила тоже анекдот, как это. В этом году, говорит, ничего сажать не буду. Немножко морковки, немножко свеклы, немножко картошки, помидоры, огурцы, кабачки. Столько, что все, и больше ничего сажать не буду. Покажи, как ты сделала. Да, покажи, как я сделала. Вот так. Так. Вот так. Потому что это мы отдаем. Вот. Вот так вот. Такие дела. У меня еще вот какая штуковина. Ты хочешь показать тыкву? Да. Вот еще у нас тыква хранится нашего урожая. Уже вон пожелтела вся. Ой, красота. Мы свою мороженую из морозилки всю сварили кашу. Ну вот кашу. У меня сырая лежит еще свежая. Так что еще будем кушать кашу. Да. Ну, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите в гости. Я к вам тоже буду ко всем заходить. Ставить пальчик вверх. Писать комментарии. Обязательно писать комментарии. Кому что непонятно, пишите. Я еще в следующем видео покажу и расскажу. А у кого есть еще интересные лайфхаки, тоже говорите, пишите. Да, ну мы же смотрим видео. Там кто чем делится, у нас дружное такое. Нет, ну у нас женщина написала, как музыку наложить. Вот, я научилась, так не умела. Да, да, да. Да, так вот. Что спасибо. Спасибо. Надо было посмотреть, что за женщина, какой канал, как ее зовут. Все, всем спасибо, до свидания, до следующей встречи. Пока-пока.